Здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале «Сад, цветник и огород круглый год». В этом видео я хочу показать вам, как орхидеи фаленопсис растят новые молоденькие листочки. Молодые листочки у орхидеи растут из центра розетки. В зависимости от расцветки растения, лист может иметь пигментацию или быть просто зеленым. Темный окрас и точки мы можем увидеть на орхидеях цветами всех сиреневых оттенков. У белых же орхидей молодые листья растут просто зелеными. Вот эта орхидея имеет такой темный немножечко окрас молодого листа. И это сорт фаленопсиса дикий персик. Сейчас я покажу другую орхидейку. Как видите, листочки у нее необычные. Мне они очень нравятся. На них точки и такой вот серебряный немножечко цвет листа. В центре растет молодой листочек. На нем уже есть точечки. То есть это характеристика сорта. Вот такой окрас листьев. Примерно вот такого вот окраса, когда орхидейки, всегда будет присутствовать на листьях темный, фиолетовый, какой-нибудь такой оттенок. Хочу обратить ваше внимание, что в горшочках сейчас вот в горшочках с орхидейками у меня лежит мох, это сфагнум. Я положила его сверху на субстрат и время от времени опрыскиваю в очень жаркие дни. Делаю это для того, чтобы орхидеям было более комфортно, стараюсь, чтобы влага не попадала на сами листочки, только на мох и, соответственно, субстрат. И делаю это не когда орхидеи находятся под прямыми лучами солнца. Я их притеняю, тогда опрыскиваю. Свои орхидеи я обязательно притеняю. Под прямыми лучами солнца они у меня никогда не стоят. Иначе растение получит солнечные ожоги. Спасибо вам за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайки. Задавайте обязательно вопросы, буду рада ответить на них. И подписывайтесь на мой канал «Сад, цветник и огород. Круглый год». До свидания.